Друзья, всем привет! Сегодня у нас на показе снова ZT-шка 0095 от компании Zero Tolerance. И видим маркировку, штрих-код, серийный номер. Упаковка стандартная, на ней останавливаться не будем. И по ножам. В черном или темно-сером. Нет, давайте в черном цвете. И аналогичная модель в сером цвете. Вообще, когда я первый раз взял эту модель, а это сделал я вчера, когда мы работали с контентом, сегодня продолжение по видео, ну уж очень-очень-очень-очень он мне напоминает Керш. Да, лаунч первый, особенно, вот если взять вот эту часть, ну, очень похож. Вот эта форма клинка и режущая кромка по дуге. Ну, даже вот эта маркировка прям идентичная. Ну, это не Керш, это ZT-шка, и давайте по ней. В черном цвете корпус титановый сплав. Обработку имеет Black Wash или потертый Stone Wash, переходящий на клинок. Все в цвете, в идентичном. Видим гравировку ZT. На оборотней части маркировка стали. CPM, S35VN, Made in USA. И здесь все хорошо. Имеется понижение, или точнее возвышение к середину. Ну, в общем, как-никак, вот эта часть, некий выступ под большой палец. И это важно, когда вы будете нагружать нож. Потом небольшое понижение. Ну, давайте, наверное, все-таки назвать это дроп-поинт по форме. Хотя сейчас ножи настолько разнообразны, что классический дроп-поинт, спир-поинт не разберешь. По корпусу здесь видим фреймлок из корпуса, из структуры корпуса выходит. Надежный, проверенный. Имеется, да, видим, металлическая вставка, которая соприкасается с клинком. Это флиппер, плавничок, имеет ребристость, который в разложенном состоянии превращается в довольно-таки удобный и надежный упор. Что еще? Клипсы аккуратные, ровно, в черном исполнении, имеет реверс на противоположную сторону. Бэкспейсера нету, есть одна бонка, которая распирает, и стянуто все это такими винтами. По клинку спуски достаточно высокие. Сталь, понятное дело, хорошая, премиальная. Твердость в районе 60. Там уж как закалит. И здесь небольшая фрезеровочка по верхней части. Ну, давайте вернемся к серому цвету. Покажем его вблизи. Здесь уже есть Stone Wash обработка по корпусу, но клинок типичный сатин. Сталь прежняя, CPM S35VN, и это уже маркировка именно этой модели 0051. В остальном все так же, спуски высокие. Давайте для разнообразия померим. Здесь у нас при отступе от режущей кромки получается сведен он на 0,6 миллиметров. Ну, для CPM S35VN достаточно неплохо. По ТТХ, да, пробежимся, без них мы никогда. Поэтому общая длина ножа составляет 214 миллиметров, клинок 90 миллиметров, в сложенном состоянии 124 миллиметра, ширина клинка 32 по обуху. Надежная троечка. Толщина рукояти
составляет, давайте тоже померим. Если мерить просто корпус, то у нас получается 12 миллиметров. И вес 151 грамм. Ну, взвешивать не будем, как бы, потому что плюс-минус грамма нам не интересны. В целом 150 грамм для такого полностью металлического ножа, достаточно средних размеров, вполне достойный вес. Вот такие ЗТ-шки 0095. Его номер. Всем спасибо за просмотр и до свидания.